Волейбол – игра коллективная, поэтому в нее любят играть многие, особенно те, кому свойственен командный дух. На днях завершилось открытое первенство по этому виду спорта среди силовых структур Чувашской республики. В волейбол играют более миллиарда жителей нашей планеты. Такую популярность он заслужил благодаря захватывающему игровому процессу и незатратной материально-технической базе. Считается, что впервые волейбол был сыгран в колледже Ассоциации молодых христиан аж в 1895 году. С тех пор количество любителей покидать мяч постоянно растет. В столице Чувашской республики прошло открытое первенство МВД по Чувашии. В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел России в ловкости забрасывания мяча соревновались 9 команд силовых структур и группа администрации главы Чувашии. Состязания проходили сразу в двух местах – в спортивном зале «Динамо» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак». А полуфинальные и финальные игры открытого первенства прошли в спорткомплексе «ОМОН». В упорной борьбе бронзу завоевала команда Чувашского таможенного поста. Захватывающим был и финал первенства, где встретились команды главы Чувашской республики и МВД. Со счетом 2-0 победу одержали полицейские. Победителям состязаний были вручены кубки и медали. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.